В заповеднике, вот в каком забыл, жил да был козел, роги длинные, хоть с волками жил, не по волчьи выл, блеял песенки, все козлинные. Пощипывал он травку и нахуливал бока, не услышь от него худого слова. Толку был с него, правда, как с козла молока, но вреда, однако, тоже никакого. Он жил на выпасе возле озерка, не вторгаясь в чужие владения, но заметили скромного козлика и избрали в козлы отпущения. Например, медведь, баламут и плут. Обхамить кого-нибудь по медвежьему, так в раз козла найдут, приведут и бьют. По рогам ему и промеж ему не противился он серенькой насилию со злом, а сносил побои весело и гордо. Сам медведь сказал: «Ребята, я горжусь козлом, героическая личность, козья морда. Берегли козла, как наследника. Вышло даже в лесу запрещение, чтоб с территории заповедника отпускать козла отпущения». А козел себе все скакал козлом, но пошаливать он стал втихомолочку. Как-то бороду завязал узлом и из кустов назвал волк сволочью. А когда очередное отпущение получал, все за то, что волки лишку откусили, он как будто бы случайно по медвежьи зарычал. Но внимание тогда не обратили, пока хищники меж собой дрались. В заповеднике зрело мнение, что дороже всех медведей и лис дорогой козел отпущения. Услыхал козел, да и стал таков: «Эй вы, бурые, кричит светлопея, отниму у вас рацион волков и медвежьи привилегии, покажу вам козью морду настоящую в лесу, распишу туда-сюда по трафарету, всех на роги намотаю и по кочкам разнесу, и ославлю по всему по белу свету. Ни один из вас будет землю жрать, все подохните без прощения, отпускать грехи кому уж это мне решать. И это я, козел, отпущения заповедники, вот в каком забыл. Правит бал козел не по-прежнему, он с волками жил и по волчьи взвыл, и рычит теперь по медвежьему». Вы знаете, я обычно себе всегда составляю такую, если у меня такие выступления бывают, и я всегда составляю такой примерный план. Сегодня я как-то вне плана, по-моему, даже слишком много. Но это просто потому, что, вы знаете, я ведь готов для вас сколько угодно петь, но это невозможно, потому что, правда, все не перепоешь, это надо несколько суток. И, конечно, у каждого есть, наверное, какие-то свои привязанности, там какие-то песни. Я много могу, но я считаю, что просто для первой встречи достаточно. Дайте я еще попишу, а потом еще приеду к вам. Спасибо большое. Присутствующих поблагодарить Владимира Семеновича за большое-большое удовольствие. И я надеюсь, что наша дружба будет продолжаться. Да, ну я просто очень надеюсь. Вот, тут какой-то страусенок хотел вас поблагодарить. Да. Маленький. Вот. Мы вас научим им пользоваться. Это марионетка. Ой, вам в подарок. Спасибо. Она будет украшена. Все очень просто. Я понял. Он у меня еще не научился ходить, но... Нет, все очень умеет, просто. Все очень просто, он ходит. Смотрите. Нет. Ходит, видите? Потом он еще так может. Есть еще одно движение.